Все, кто может уйти, уходите прямо сейчас. Глаза в пол, голову не поднимаем. Просто уходите. Ли. Спокойно. Я с тобой. Прямой эфир через 5 минут. Скажи, режиссерские правки у тебя? Я еще работаю над текстом. Ты покажешь его до эфира или после? Сама знаешь, направляй камеру в мою сторону, а я что-нибудь придумаю. У тебя все так просто, аж бесит. А вот и он, настоящий волшебник Солл-стрит. Меня зовут Ли Гейтс, и вы смотрите «Финансовый монстр». Кто не рискует, тот не живет. Продавать акции или покупать? Для этого нужны яйца! Смелей! А что за парень на второй камере? Что-то не устраивает звонить. Кто это? Кто-нибудь его знает? Вы что, из профсоюза? Вырубай эфир. Включите камеры, иначе включи я камеры, снесу. Включи камеры! Что мне делать, Петти? Включи их! Включай. Достань жилет, надевай. Откуда мне знать, что он не взорвется? Детонатор у меня. Уберу палец с кнопки и... Здесь все нахрен взлетит! Да, у меня оружие, но я не преступник. Вот кто настоящий преступник. I got my finger on the trigger. Поверьте, нами манипулируют. Вся эта система прогнила. But I don't know who to trust. Они лишают нас всего и живут припеваючи. Где справедливость? Говори с ним. Ладно, ты это умеешь. I've got my finger on the trigger. Ты потерял деньги, когда рухнул рынок, да? Мы нашли его девушку. Это все наши деньги. До последнего цента. Что ты творишь? Я помогу тебе найти ответы. Раньше никто не задавал вопросов. Это может стать огромной проблемой. Он просто хочет знать, что пошло не так. Мы не знаем. Вы должны понять, что это очень щекотливая ситуация. Я сижу в 20 метрах от бомбы, и не надо мне рассказывать про ситуацию! Мы все живые люди, а не роботы. И у нас есть совесть. Я пытаюсь его спасти, а вы хотите убить. Мне нужны объяснения. Отследи деньги, найдешь заказчика. Теперь мы с тобой заодно, ты должен доверять мне. Не хочу, чтобы тебя пристрелили. О, Господи. Нет! Ты пришел узнать правду, и ты ее узнаешь. Финансовый монстр.